школе классно, и не только на уроках, но и на внеучебных занятиях. Как разнообразить работу с детьми, придумали педагоги-организаторы детского лагеря «Ребячья республика». Проект поддержал фонд президентских грантов. Мы хотели внести в школьную жизнь, так скажем, новый подход, который будет немного отличаться от привычного. И, наверное, самое важное отличие в том, что наш проект направлен именно на комплексный подход, поскольку все занятия были с друг другом смежны, и мы постоянно отслеживали результат. VR-технологии, мобильная грамотность, тайм-менеджмент, сплочение и профориентация. Всего 5 разноплановых занятий. В проекте приняли участие 750 детей из 28 классов Тюмени и Тюменского района. Мы рисовали на уроке, учились работать в команде, рисовали персонажа, космонавта. У нас все получилось хорошо. Дети очень бурно реагируют на этот процесс. Вот они сделали мыло, мы научились делать мыло. Или они посмотрели профориентационный ролик через VR-очки, используя эту технологию. Это вызвало бурю эмоций. В школе классно и во многом благодаря учителям. Разработчики проекта уверены, современный педагог должен быть на одной волне с детьми и уметь нестандартно подать материал. Для этого предусмотрен целый комплекс для наставников. Всегда очень выигрышно вот эта групповая работа. Она детям очень нравится, несмотря на то, что мы еще только первоклассники. Но я, например, увидела, как легко можно их организовать. Как будто бы уже взрослые такие смышленые дети, которые как-то по-взрослому умеют работать, где они высказывают свое мнение, доказывают свою точку зрения. Сейчас проект завершается. Разработчики встречаются с педагогами и подводят итоги, чтобы уже в следующем году прийти в тюменские школы с новыми идеями. Елена Старых, Вячеслав Богданов, Тюменская служба новостей.